Приветствую вас, друзья, вы на канале sipdroid.ru. Вот и наступила осень. Лето пролетело и оставило приятные воспоминания о себе. Но чтобы не грустить, я хочу представить вам топ-10 лучших игр для Android-смартфонов за сентябрь 2020 года. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А вам приятного просмотра. Monument Valley 2. Продолжение захватывающей головоломки на Android, где перед вами откроется волшебный мир архитектуры. В этой игре вы будете помогать Ро и ее дочери постигать все тайны и секреты этого потрясающего мира и решать непростые головоломки. Помогите Ро открыть перед дочерью все тайны долины, исследуя невероятные уровни и управляя архитектурными объектами. Путешествуйте по невероятным уровням и наслаждайтесь иллюзорными и медитативными головоломками, и наблюдайте за тем, как взаимодействуют персонажи. The Walking Dead: The Final Season. В этой главе история будет полностью посвящена молодой девушке Клементине, которая стала закаленным бойцом. Сможет ли она найти свой желанный дом и остаться там жить? Но многие фанаты этой игры уже понимают, что просто так ей это не достанется. Ей придется многим пожертвовать ради него. Клементине также придется взять ответственность за осиротевшего мальчика Эй-Джея, последний близкий ей человек. Omega Legends. Это научно-фантастический шутер в стиле королевской битвы, действие которого происходит в ближайшем будущем, где игра, известная как Омега, покорила мир штурмом. Выберите героя и используйте его способности, чтобы победить в соревнованиях. Сражайтесь в одиночку или объединяйтесь с друзьями в напряженных битвах с сотней участников. Выслеживайте врагов, стройте оборону и используйте скрытый подход. Сделайте все возможное, чтобы остаться последним. While True Learn. Головоломка-симулятор, посвященная еще более головоломным вещам – машинному обучению, нейросетям, искусственному интеллекту и большим данным. Но главным образом эта игра о том, как понять кота. Вы программист, неожиданно узнавший, что ваш кот намного лучше разбирается в компьютерах и коде, чем вы, но при этом он не может вам ничего объяснить, и вы решили во что бы то ни стало всесторонне освоить машинное обучение, чтобы создать систему-переводчик с кошачьего на человеческий. Ищаптуасы чупади. Веселое приключение, в котором множество головоломок перемежается анекдотами и интересными фактами на самые разные темы. Это игра, которая удовлетворит самых любопытных и порадует самых смелых. Вы осмелитесь войти в старый особняк, полный ловушек и скрытых предметов. Теперь вам нужно напрячь извилины, использовать все свое чутье и логику, чтобы найти выход из этого небезопасного места менее чем за 15 минут. Project Anomaly Online Tactic. Продумывайте свои действия, стратегию и тактику, ведь от этого будет зависеть ваша победа. Вам предстоит участвовать в различных боях и сражениях, деритесь с монстрами, прокачивайте способности, используйте современное оружие и наслаждайтесь красочным и динамичным процессом. Зарабатывайте деньги и приобретайте различные усиления, передвигайтесь по новым локациям и заключайте альянсы, чтобы работать в команде. Tom and Jerry Chase. Здесь вы можете играть как за Тома, так и за Джерри и его друзей. Игра отлично воссоздаст художественный стиль оригинальной классики. Вам предстоит ловить мышей и не давать им собрать весь сыр на локации. Либо же, наоборот, собирать сыр, расставлять ловушки и не давать коту вам помешать. Кто победит в этой битве? Остроумие и могущество. Dead Cells. Это экшен-платформер, в котором вам предстоит окунуться в захватывающее 2D-сражение с огромным выбором оружия и навыков против беспощадных боссов и их приспешников. Испытайте себя в роли подопытного, неудавшегося алхимического эксперимента и исследуйте постоянно меняющийся и разрастающийся замок в поисках разгадок всех тайн зловещего острова. Изучайте поведение своих врагов, чтобы выжить, или будьте готовы снова очутиться в темнице быстрее, чем успеете сказать «рогалик». Открывайте с каждой смертью все новые уровни и выбирайте свой путь в зависимости от текущей прокачки персонажа, вашего стиля игры или просто настроения. Neverwinter Nights.
культовая ролевая игра, которая изначально вышла на настольных платформах в далеком 2002 году. И вот перед нами мобильный вариант, который включает в себя как оригинальную игру, так и сюжетные модификации и дополнения. Итак, у вас будет возможность прикоснуться к классике и погрузиться в увлекательный сюжет и геймплей на долгие часы. Отличная графика и сюжетная линия, которая способна удивить даже самых искушенных геймеров. Motor Depot. В этой игре вы сможете управлять различным видом транспорта, грузовые и легковые автомобили, тягачи, самосвалы и автобусы. Игра позволит вам окунуться в атмосферу начала нулевых. Друзья, надеюсь, вы круто провели время. Не забудьте заглянуть к нам в интернет-магазин sidroid.ru и приобрести себе какой-нибудь классный гаджет или же смартфон. Тем более на него действует скидка по промокоду, который вы найдете в описании. Ну и помните, что необходимо подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для вас этот топ подготовил я, Игорь, и интернет-магазин sidroid.ru. До скорого, друзья!